Хочу сказать спасибо большое, Валерий Геннадьевич. Год назад, в мае месяце, я была на фестивале «Благость». Тоже была в депрессии. Семейные отношения были на... Кстати, фестиваль «Благость» — это вариант выйти из депрессии. 2 недели и до свидания, депрессии. Ну, я просто хотела сказать, что всем пожелать куда поехать, потому что можно обрести друзей, которые окажут тебе поддержку. Я благодарна этому фестивалю вам за то, что я обрела много друзей. И вы мне сказали, задавая вам вопрос, мне сказали, что надо поменьше работать, побольше молиться. Приехав в Екатеринбург, я решила, да, что я буду поменьше работать и уволюсь с работы в ближайшее время. Ну, только нужно было мне доделать работу. Прошел месяц, не могу уволиться с работы, потому что срочная работа. Зачем уволить? Не надо увольняться, надо находить время, молиться просто. Ну, такая работа, что проектная. Слишком много, да? Да, поэтому невозможно было. Ну, думала, как бы это поменьше работать, но как бы Бог меня привел к тому, что я, значит, травма ноги, мне волей-неволей пришлось уволиться. Помог, да, Господь? Помог, да, потому что если я сама, значит, не могла это принять решение, мне сказали, что достаточно заниматься ерундой, надо побольше молиться. И вот начиная с того периода, с сентября, как бы, когда я ушла с работы, ну, практически на больничной, а потом через полгода уволилась совсем. А где работать-то или вообще не работать? Ну, сейчас пока не работаю, сейчас у меня занимаюсь внуком. Пенсия-то есть? Нет, пока. А как жить будете? Без работы тоже невозможно. Ну, пока у меня вот вопрос, дочка должна закончить образование. И один из вопросов, который меня волнует, может быть, я ее заставляю учиться, может быть, нужно ей это или не нужно, и, может быть... Ну, нужно доучиться ей, она не будет ученой, как вы, она слабая, у нее слабая психика, энергии мало. Будет домохозяйка, там, на дому будет работать, она не такая, как вы. Ну, нужно ли мне помогать ей, вот, чтобы закончить образование? Сколько еще заканчивать? Ну, вот она просто, я знаю, что у нее астрологически сложный период, она не может, вот, нужно защищаться диплом через месяц, может быть. Да даст, она защитит этот диплом кое-как. Спасибо. И вопрос у меня был в другом, что вот этот год провела в молитве, и у меня, мне кажется, период успокоения в душе пришел. Конечно, да, 100%. И вот за это хотела сказать спасибо. Да, наступила хорошая, спокойная жизнь. Теперь надо себе найти работу, чтобы не упахиваться, а так. Баланс, чтобы был. Не надо бросаться в стороны, туда-сюда. Немножко работы, немножко молитвы. Так надо жить. Ну, у меня несколько специальностей по ходу жизни приобрела. Да, вы без работы не останетесь, если захотите. Просто вы балансируйте, смотрите, сколько работаете. С ума не сходите по работе. Ну, по мере возможности и как бы... Я уже решила, что просто на все воля Божья. И если да, значит, будет работа. Давайте мы поговорим с кем-то еще. У вас спасибо. Все нормально. Просто решили со мной поговорить. Я понял. Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место. Черное море, Анапа. Много светлых лиц. 2 недели счастливого отдыха. Лекции, тренинги, йога, цигун. Концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это.